Тоже учитывается. Тотем тоже учитывается, шаман. Ебать, видел реакцию? Барбаросса, шаман, он не учитывается. Реакция. Тотем не учитывается. Скилл проверил. Бать, я просто только сейчас так... Так заивейлил, просто 200 IQ мув был. IQ, видимо, заемное, да, было? Глаза в глаза. Тунга, не волнуйся, это поправим. Да, сбить просто. Чисто мешочник, самое, наверное, унизительное звание. Дима выйдет. Я здесь. Там же трэш еще есть. Ладно. Не зайдет. Поехали бить трэш, мужички. Я, блядь, вон дурачка скилла послушал. О, проверка файлов. Надо проверить, блядь. Нажимал нахуй. Вон, сижу, жду, блядь. Доверяю клиент, нормально. Я понял, наверное. Опять без ума умер. Ой, это, блядь. Ой, ну баса, блядь. Я быстро, я блядь, проверил. Блядь, часов. Мне долго проверять. Мать его вот за ногу. Воет, агро забери. Змов тут бегает. Пабл. Я не хочу, у меня БР. Я минус 156 тысяч, понимаю. Какой БР? Какой БР? Мне стука влетело. Поросенок выйдет из этого. Забанит. Жадница, ты зашел на ДК своего? Нет, что? А заходи. А, так вот у кого-то ты 5 покупаешь. Как могила, братик. А, там вот, да, кто-то 5 покупает? Понимаю. Братик, квадратик. Могила, да, через А. Вот прям так и пишется. Могила. Могила. Сейчас сколько времени? Время 6 часов. А, рейтните, пожалуйста. Морозил, забанил, смотри. А, понял. Что бан? Типа грибы, типа грибы. Бля, у меня сегодня... Ну, я вспомнил тупую песню, это, блядь. Дин-дин-дон, ты не парень, ты гондон, сука. А такой думаю, бля, от нее от самого себя противно. Блять, чё, да? Скиньте, я отмену кину. У нас... Некому дадавать. Да я, блин, информацию хотел посмотреть, нажал отмену. Никита, поменяй скарчика на кого-нибудь. Он говорит, отойти надо. Там Галегос вроде бы Галегоса, есть. Да-да-да, попросил. Галегос. Галегос. Калесгос. Вы что, не шарите, что ли? Калекос. Калекос. Ждем еще одного. Трать мое время. Ха-ха. Трать мое время. Бляк дот, сука. Блять дот? Блять дот. Блять опять дота. Только не в доту. А шо ты не понял сейчас? Для задротов. Так, вы коллеги 20 века, давайте мне обмен, Присту, ДЦ.
Давай. О, бота забери, одни. Отдаем мы. А, уже занято. Хулявные супроты. Хулявные. Чисто взяла к этим уж. Хулявные супроты. Хулявные супроты. А я первый. Ребят, я спиздил бот, нормально все. Первый был заебись. Вы офигели бота забрали? Да. Спизжены. Честно придумал. Спизженный бот. Ладно, верну. Вот нет! Нет! Подожди. Сука! Да ваш не работает. Почему он не работает? Все он работает. Просто надо правильно уметь им пользоваться. Так ну ты же неправильно вон вводишь. Что за тут? Скибидиво попа? Включил. Бля, я хочу один тречик поставить. А может и два. Ой, блядь, бота начался. На, вот тебе, слушай. А, ты через этот поставил? Все, спасибо. А. Все, я захожу сейчас в баг. Не подорвало, иди отсюда. А, 29 треков кьюит, понимаю. А где это... овощ? Лёха, спекайся. Пхилла. Представляете, типа, пхила, играете в какой-нибудь КС, и вот этот вот Дима начинает, блять, причем, типа, мы спокойно играем, типа, идет катка, он молчит и хренует, хипноденс, сука. Дэнс, дэнс. Не в такие моменты. Снаружи я бы. Где моя рыба? Че будет? Дэнсы, блядь, поехали. No, так, рыбу поставил, откушайте вы лисавы. Аля, чайки полетели, полетели чайки, сука. Аля, рыбку чайкам, блядь. А вы чё, они не взяли сопрот? Да, вот, два. А ты оставайся, наверное, потому что ты баф даешь. Угали, серьёзно? А, ну, ну ладно, давай, ладно. Какие люди? 257 в это, в КБ, понимаю. Что, на бас получается? Без мили, без мили атаки будете. Если я ДК Влада спекнулся. Давайте приставав! Фурика бафа нет. И кота. Ну, их баф. Я побегаю снаружи или кто? Да, давай ты побегаешь. Так, а кому тогда истерить, да? Давай в меня, братик. Очень тебе истерил, да. Ой. Фласку ты верни, я. Возврат обмену не подлежит. Ты сопрот брал, Элизабет? А я думал, ты Тензера кинул, блядь. Давай, Тензера. Кидай истерию, поэтому. Блин, ну... а! У меня нету фласк, я бы надо. Короче, по, сюда, короче, по тунге. Спирит ты брал уже, так что не дина. Ну бля, я еще хочу. Все игра-то еще. Баня, все ладно. Даже я себе этого не позволяю. Никита, ну ты давай. Все, сопротопим. Вот обычно вот, вот такой Никита слушает у нас. Что за гачи-мучи начался? Это Little Big. А я типа не знаю в этом, да? Надо, это тактика. Под боссом стоишь и бьёшь босс. Но только именно под боссом, не отбегаешь никуда. А кто у нас будет ответственным? Сразу не бежим. Беготню. Жёсткая тактика. Так, Лёха, ты спекнулся, да? Да. Всё, отлично. Танки, поехали. Дима, ты же еще ничего не ролил, да? Нет. Все, хорошо.
Не волнуйся, фолиант уже мне отдали. Да. Никуда никто не идет. Дай бот, ты ёп. Побежали. Беру. Под босс. Так сложно-то. Было Дейнер подается. Войт дай Инер по дурдрому. Персей поставь, а там на ману. Эдэ, а Элизабет есть?
паладины, дайте скиллу Сальву. Кому? Скилл маг. Иди, бать. И на рукава, и на колен. Меня. Сибелла, дай иннер по дурдрому. Войт, дай иннер по ДЦ. Уже. А ты ровно друг по Персею, наверное, кинь. Пятники, ты самый денежный. Лоджек. Галега, сдай по итогу Салю. Где жадница на ханта? Не фартануло тебе. Удачи, к чему. У тебя воет 15к. В принципе, нормально. Для Т-10 совы-то. Никита под конец перехилил. На этом на соляре надо тоже или что? Или можно тоже все побить? Кто? Не, на соляре по-любому надо будет. Ясно, Гзур, красавчик. На этом 8 можешь. Ой, молодец, Гзур, бля, вот мужчина нахуй. Умирайте. Да не отбегайте, просто сдохните, господи. Если у вас бой висит. А я отбегу. Хули ты пляшешь, блядь, скилл на. Плясу. Гзур, ты тут? Да. Что за хуйня? Да я про питомца забыл. Ох уж эти петы. Сколько рейдов они вайпнули. Я еще зачем-то тебя начал хилить. Че там за минус 500? О, согласен. Где респект поставить? Да вы умеете, можете, чего вы пишете? Никита, ты... Опа! Фига, что он тут делает? После слова... Это слово «ты чё» было? Петух? Ты чё? Или мне послышалось? Мне нужна мана! Окей. Окей.
I am alcoholic. I'm not an alcoholic. Ну, врать нехорошо. Да ёп! Хорошее это... Хорошее этого, мёртвое этого. 23,5к. Понял. Понимаю. Блин. Азбот, ты что за трек? А, понял. Ремикс, да? Никит, мы с тобой оба уже в мульти упали на рейд. Я нет. Даже если и буду, мне... Либо из мута достанут, либо я спать пойду. Давайте пока бафить перед тобой. А может дождемся всех? Полочки и каски. Пойло тернистой долины. Дима. Чё? А может всех дождемся бафить? Нет. Ну да, да. Чё их ждать? Ну да. Потом Ноэль, блядь. Этого не хватает, этого не хватает. Потом ты начинаешь орать. Вообще, блядь, не взаимосвязанная хуйня. Скилл. Сэйбо, что там у тебя? Тебе может замену дать? Бесы роутер атаковали. Аня, ужас, АФК на трэше. Я ушел. А, адрес. Слабая лужа. На чем ты сидишь? Да не. Это как-то очень близко. Ну вот, пускай долазит. Я туда не пролезу. Ты попробуй. Не собираюсь, да. Вдруг получится. Уже не ваншот, вас страшит. Ты будет единственный человек, который залезет в жук. Первый после тебя. Сука. Только Центурион и Маршал вроде ваншот. Прохили. Вместо того, чтобы кричать, блядь, можно было хилить. Да ладно. Ты, блядь, только в диспе заходил, вот это мне. Сказал голосом Петросян. Сайбот, ты, видимо, не макросом хуяришь. Я макросом хуярю, меня не выкидывают. Ты, значит, неправильно, там может правило какое-то на твою продажу Т5.
А, ну на атаку, если на какую-то испамишь просто. Отдельный макрос сделай. Че там, раз в 30 секунд одинаковое сообщение, да? Ну да. А, то есть сейчас нельзя вот так раньше по 3 сразу, да? Нет, нельзя. Ты разные три макроса пиши, тыкай 1, 2, 3. Я вообще какую-то жопу сделали, мне неудобно. Ворот круто, я ненавидел вот эти вот сообщения по 3 раза, это вообще. Да, да, да. Ну плохо. Это а да, ты, ну, ты сделай разные, все. Рейд собирать неудобно, да? Приходится макро сделать. Зачем по 3? Делай по одному и все, нормально, все видно хорошо. Хорошо, под копьёк ебашить. Собираю ЦУК 25 обычку. ЦУК 25 обычку собираю. В обычку ЦУК 25 собираю. Человек, который ищет рейд, он как бы и одно сообщение увидит. Сижу, собираю ЦУК 25 обычку целый час. Да что, угомонись! Разошелся, блядь. Я тут целый час собирал вообще. Вспомнил уроки английского языка, блядь. Результат налицо. Собираю прямо сейчас, да? Блин, почему нельзя скипать треки в плейлисте? Потому что... Что там делает ремикс? Ого, Лартон зашел. Вот мы не понимаем. Фига тут. О, две одинаковые. Лучше бы воронки падали, ей-богу. Поболбить человека, если болды упало. Бойца тоже хорошие. Мне целый делик выпал. Подходим, не стесняемся. Патруль там близко. Право принять. Ну правильно, право принять. Ты же вроде тоже. Право! У Никитки все это впереди. А где моряки? Утонули, блять. Там кто-то ислам принял. Даже эту хуйню прочитал, блядь. Насчет? Ладно. Сука. Понял? На боссе Безума и Данич спекните из ДД. Чего вы хилите? Да ё-моё, лучше б воронки падали, ей-богу, серьезно. Значит, воронку-то занизить нельзя. Ну а какая разница? Не, ну как бы можно. Только она твоей не будет. Не было. Что, не шел, но тебе дадут понюхать воронку и заберут. Понимаю. Кстати, это... Пунк продам с Саларом. 5К. Патруль? Да, давайте стой, давай патруль ебанем. Пускай подходит. Идет патруль.